Господи Боже мой, на Тя уповал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в понедельник, за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 9 по 15. Послушаем это евангельское зачало в прочтении отца Александра. «Во время оно, прииди Иисус от Назарета Галилейского и крестися от Иоанна во Иордане, и абия, восходя от воды, виде разводящиеся небеса, и дух, яко голубь, сходящий нань. И глас бы с небесе, ты си сын мой возлюбленный, о нем же благоволих. И абия, дух, изведи его в пустыню, и бету в пустыне дней 40 искушаем сатаною, и беса зверьми, и ангели служаху ему. По преданию же Иоаннове, прииди Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие и глаголя, яко исполнися время и приближися Царствие Божие. Покайтеся и веруйте во Евангелие». Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «В то время пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Представляя нам дивную, полную божественного величия картину крещения Господня, евангелист Марк сообщает: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане». Блаженный Иероним Стридонский поясняет: «Троякая причина была для того, чтобы Спасителю принять крещение от Иоанна. Во-первых, чтобы так, как он родился человеком, исполнить всякую правду и смирение перед законом. Во-вторых, чтобы своим крещением утвердить значение крещения Иоаннова. В-третьих, чтобы, освящая воды Иордана, показать через нисхождение голубя пришествие Святаго Духа во время крещения верующих». Во Христе действуют две природы – божественная и человеческая. Как человек, он должен был исполнить все, чего Бог требовал от людей. После рождения Христос потерпел обрезание. После посвящен, как первенец Богу, в Иерусалимском храме. Жил в послушании закону и старшим. Приходя теперь на Иордан, Спаситель принимает новое установление Божие – крещение, которое было открыто Иоанну как символ очищения от грехов иудейскому народу. Раннехристианский мыслитель и писатель Федор Мопсуестийский замечает: «Господь смиренно-мудро, как один человек из народа, подчинился пророку и крестителю для крещения, чтобы освятить воды и наше возрождение через омовение и усыновление, и отпущение грехов, и все другие блага крещения, которые он даровал нам». Когда же Спаситель крестился и выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него.
По объяснению Иннокентия, архиепископа Херсонского, свод небесный над главой Иисуса представился раскрытым наподобие того, как это бывает во время сильного продолжительного блеска молнии из облаков. Слова Бога Отца: «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», были указанием Иоанну на божественное достоинство крещаемого как Сына Божьего в собственном смысле, на котором вечно пребывает благоволение Отца. По крещении Иисус был возведен Духом в пустыню, чтобы там Господь мог приготовиться к великому служению спасения человечества постом и молитвой. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаной, и был со зверями, и ангелы служили ему. Архиепископ Аверкий Таушев пишет: «Придя на землю для того, чтобы разрушить дела дьявола, Господь мог бы, конечно, уничтожить их одним дыханием своих уст. Но необходимо помнить, что дела дьявола укоренились в заблуждениях свободной человеческой души, которую Господь и явился спасти, не лишая свободы этого величайшего дара Божьего. В отношении к Божеству Иисуса Христа это искушение явилось борьбой духа зла с Сыном Божиим, пришедшим спасти человека за сохранение своей власти над людьми с помощью призраков счастья». Своими словами о том, что Спаситель пребывал в пустыне со зверями, евангелист Марк особо подчеркивает, что Христос восстановил через свою победу над сатаной те отношения подчиненности зверей человеку, в каких все животные находились по отношению к еще безгрешному Адаму. Таким образом, пустыня была превращена Христом в рай, и ангелы служили ему, торжествуя победу над духом зла. После же всех этих событий и после того, как был предан Иоанн Креститель, Христос направился в Галилею, начав свое служение, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Новое царство, новые порядки, которые принес Господь, так отличны от прежней греховной жизни, что людям действительно необходимо оставить все прежнее и как бы заново родиться через покаяние, то есть через полную перемену мыслей и чувств. Так, дорогие братья и сестры, только вера во Христа, соединенная с покаянием, с усилиями, которые человек предпринимает для перемены своей жизни, приводит к единению духа человека с Духом Божиим, к присутствию благодати Божией в человеческом сердце. Помогай нам в этом, Господь. Господи Боже мой, на Тебя